здесь, я так понимаю, вообще ничего нет. Какие-то яблоки, в основном еда какая-то. Вот, ну давайте сейчас быстренько снова прочтем. Так, с каждым днем я все меньше верю в Бога и все больше в лютес какой-то, не знаю. А, я забыл, кто это. Моя сила увядает, уступая место сожалением. Во всем виноват отец. Он подвел меня, когда я поняла, как далеко зашла. Было уже поздно. Но у нас с ним остался последний шанс искупить вину. Так, ладно. Идем. Так, стоп, а что тут можно вроде бы сделать, нет? Больше ничего. Так. Хорошо, кинетоскоп. Можно, в принципе, посмотреть. Там наверняка что-нибудь с Элизабет будет связано. А нам в какую сторону, если... Ага. У нас даже, мне кажется, задания нет, да, я так понимаю? Просто идите в кабинет. Ну, хорошо. Так. Идем тогда. Раз нам говорят... Ну, пишут, в смысле. Видимо, мы... Переключатель. Как много голософонов-то, ё-моё. Пути назад нет, я не могу это оставить. Но, быть может, я смогу помешать этому... начаться. Он был моей первой надеждой. Теперь он моя последняя. А чё Букер сказал? Я забыл. Прослушал, видимо. Теперь я могу спуститься и попасть к Элизабет. А, блин! Обалдеть их там. Ну, господа, раз. И вот этим давайте. Что это было? Что это было, ребята? Что это было? А, вот он. Достаточно долго действуют эти соли. Это очень круто. А здесь даже... А, можно перезарядиться. Можно взять даже пулеметик. Но ладно уж. Идем дальше. Кстати, соли у нас установились. Ну да, надо идти назад. Все, что мы сейчас прошли. Кстати, вот. А, ну это мы знаем. Так. После каждого успешного убийства до 5 урона оружия увеличивается. Обнуляется через 10 секунд после последнего убийства. Ну, как сказать, можно, но... Просто возьмем его пока что. Стоп, а что это за место было? Как-то мы сюда быстро попали. Видимо, здесь проход открылся, да? Слушайте, а может быть здесь просто-напросто можно было пройти, а я тупанул? Ну ладно, пофиг. Не, это опасно. Как-то. Давайте. Мне сейчас хана будет. Воу-воу-воу-воу. Так, восстановится? Щит. Я опасно вышел. Да ёп, бесит. Кашу я что-то по-страшному. Ну ладно. А, вон там еще один. Сейчас. Воу, он попал. Ну ладно, надеюсь, сейчас у вас будет еда какая-нибудь. Голову мне оторвет. Сейчас еще посмотрим, кто кому что оторвет. Да что так трясется прицел, блин? Пока что щит не разбит. Здоровье не убавляется, это очень круто. Тут еще где-то был, я видел. Можно им не целиться в эту голову, так что. Потому что. Ну это так и для себя. А так-то можно. А так-то можно и в тело, ну, они, в принципе, прочные. Не очень прочные эти люди. Но, кстати, здесь тоже дверь открылась. А, подожди. Так, а мы нам сюда и надо, да? Нет? Сюда показывать. Так вот.
Можно тут вообще пробежать. И завтра... завтра по... повод исчезнет, потому что все это закончится. Но даже если я уничтожу сифон, хватит ли мужества увидеть все двери, выбрать одну из них и открыть ее? И если я приведу его сюда, кто сказал, что он справится с монстрами, созданными мной? По-моему, так. Так. Я не знаю, мы здесь были, как вы думаете? По-моему, да. Ой, неохота мне тут ничего искать. Мне кажется, автоматов здесь этих нету. Авто, в основном, ну, оружие с оружием. Да, мы здесь были. Я даже помню, туда надо идти, по-моему, да? Да-да-да, все правильно. Ну, это так. Для уверенности. Ну, да. Так, куда дальше? По-моему, прямо, нет? Или вот сюда? Да, вот сюда. Опять верно. И вот налево, в лифт. Кстати, там тоже лифт какой-то был. Может, ему тоже можно управлять? И наверх. Да. Ну, дают нам побегать. Как бы... Кстати, а что мы взяли? Я забыл. Так вот, почему зима? Потому что полгода прошло. Вот почему. Это... Подожди, подожди. Вот, дверь открылась. Мы включили рычаг, по-моему. Да-да-да, открыли дверь. Я помню все. Элизабет, хорошо. Элизабет, держись! Держись. Чего? Что? Это разрыв? Что за... Зачем спрашивать что? Если правильный вопрос, когда? Живет, жила. Умрет, умерла. Сейчас исчезнут. Да, я так и знал, потому что свет мигает. Мерцает. Элизабет, нам бы... А, тут можно... Как видишь, Букер, безумцы захватили власть в сумасшедшем доме. Они меня больше не слушаются. Ой, Элизабет, что так постарела-то? Наблюдать. Сколько времени прошло? Приближение конца. Все мои силы ушли только на то, чтобы доставить тебя сюда. Элизабет, я не понимаю. Я слышал, как ты кричала. Я хотел, я шел за тобой. Мы что? Вот. Возьми меня за руку. Семя пророка взойдет на трон. И пламенем омоет людские горы. Думай о Комстоке, что хочешь, но прорицатель он был отличный. Не пытки сломали меня. Не промывка мозгов, а время. Время губит все, Букер. Даже надежду. Я шел к тебе. Соловей. Он всегда останавливает тебя. Но я мог бы что-то придумать. Нет. Меня не спасти. Ты здесь только ради тебя и нее. Возьми. Посмотрим, что это. Что это? Это для нее. Она сможет прочесть. И что тут? Просто совет. Совет о чем? Как не стать мной. Какие загадки. Ну все, мы, я не знаю, где я мы. Я вернулся. 1912. Она еще не... Время есть. Элизабет! Вы двое. Если что, используйте сифоны. Если она откроет хоть один разрыв, она тут все разнесет. Комсток! Что ты с ней делаешь? Оставь ее! А, Дэвид, как там говорится? Кто не успел, тот опоздал. Так что делать-то? Смотреть, походу, да? Я должен туда попасть.
А если отключить машины наверху? Нет. Пошлите скорее тогда. Сюда нам, да? Вот за этим проводом. Блин, да ёпта. Может дать ей успокоительное? Пророк говорит, это часть процедуры. Когда тело кричит, душа внимает. Блин, ну патронов нету. Вот цена твоего вмешательства. Ты ввел мою дочь в искушение. Она не твоя дочь. Может и нет. Но будь уверен, она ей станет. Даже не надейся. Ну, тут тоже патрон мало. Относительно, конечно. Но урон увеличивается с учетом приближения противника. Ну да. Блин, да мне кажется, их можно на себя настроить. Соли потратить. Хотя не очень хорошая идея. Ладно, давайте вот так. Давайте раз. Раз. О, голову попал, ну. Ладно. Не забываем про свою способность, которая может. Что она там может, я уже забыл. А, которая Q нажимаешь, мочишь противника. Как ударяешь противника, тем самым увеличиваешь его урон. Точнее, урон увеличивается. Куда пока не пойдем. Будем отключать. Ладно, не бойся. Мне насрать на тебя. Хотя можно было его уничтожить. Он заглушил один генератор. Если ее не усыпить, а он отключит второй. Мы не сделаем этого. Дегенератор такой. Блин, а как туда попасть-то? Вот сюда, к Комстоку, к этому. Как-то можно, между прочим. Не знаю, там вот улучшение есть, но... А, вот. Чё? Элизабет занята. Блин! Пипец. Пипец, просто пипец. А, не пипец. Обалдеть. Всё, хана. Хана, ребятки, мне хана. Да, мне хана реально. Патронов-то не оказалось у нас. Ладно. Кажется, я что-то видел. Умри, урод! Да! О, патронов! Блин, то он сдохнет. Я же ему сколько всадил, увидели, ребятки? О, да. Вот хоть что-нибудь есть. Да умри, ёпрасоты. Ладно, будем сейчас так с ним поступать. Так, серебряный орел. Да блин, да ну либо я кашу пострашно. Так, ну нам сюда не надо, наверное. Нет, нам сюда. А, блин, Элизабет не может открыть нам вот эту дверь. Так что сначала нам нужно ее освободить. Так, а я вообще правильно иду? Нет. Подожди, нам куда-то сюда. А, вот, да, точно. Точно. Правильно, на колени, раб. Все. Он отключил второй сифон. Она встает. Настань, Элизабет. Так, деньги. Все, наверное, да? Включи его, пожалуйста. Включи. Нет, блин, тут опасно, да? Ну, я хочу посмотреть. Сходите, Элизабет. Ну, так понимаю, вниз нам нужно сходить. Элизабет, я уже бегу. Сейчас тут этот будет наверняка. А, нету. Блин, ну, что они нам дают? Вообще не те патроны какие-то. Так, ладно, у нас и тут 7, и тут 7. Ну, тут 8, но все равно. На обоими я имею в виду 7. Привет. А может быть что-нибудь поэкспериментируем? Ладно, давай. Подъем. Мне нужно дверь открыть. Не бойся, я здесь. Я помогу.
Готова? Давай же. Сейчас. Все, пошли быстрее уже. Помоги мне. Кое-кто передал это тебе.